Добрый день, здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно и видно. Скажите, пожалуйста, можно ли начинать? Начинаем, не начинаем, либо еще немножечко подождем? Хорошо, видно и слышно. Хорошо, тогда в этом случае давайте сначала с вами познакомимся. Меня зовут Ольга, являюсь представителем отдела продаж компании Rixos. Сама очень долгое время работала в Rixos Premium Break, и на данный момент постоянно нахожусь как раз-таки в нашем новом абсолютно таком замечательном тематическом комплексе, это Land of Legends. Именно о Land of Legends мы сегодня с вами, уважаемые коллеги, и поговорим, потому что я думаю, что как раз-таки этот комплекс вызывает сейчас больше всего вопросов, и в принципе это нормально, потому что он действительно огромнейший по своим размерам, он обладает неимоверным количеством возможностей для наших гостей, и в принципе это, скажем так, очень такой интересный, уникальный продукт как раз-таки для региона именно Белека. Я думаю, что нашу презентацию мы с вами уже опять-таки будем начинать. Ну, начнем с того, что, безусловно, компания Rixos – это сеть, международная сеть отелей, в которой на данный момент насчитывается 25 отелей по всему миру, при том, что компания Rixos не собирается на этом останавливаться. То есть мы будем открывать еще новые и новые комплексы в будущем и, безусловно, вас об этом информировать. Но сегодня, как я уже сказала, мы с вами поговорим как раз-таки о Land of Legends. Я думаю, что слышали, я думаю, что знают абсолютно все, но опять же есть определенный нюанс. Чтобы вам лучше было, скажем так, понимать и опять-таки, безусловно, продавать данный продукт, давайте договоримся с вами так, что Land of Legends, в принципе, его проще всего представлять не просто как отель, его проще всего представлять как огромнейший развлекательный тематический комплекс площадью 650 тысяч квадратов. Как вы понимаете, это территория сразу нескольких отелей. То есть многие ваши коллеги, которые у меня бывают на инспекциях, которые к нам приезжают в гости, которые сами у нас проживают, опять-таки отмечают о том, что территория неимоверных размеров, то есть очень много возможностей, и в принципе обойти и посмотреть все буквально за один день практически не представляется возможным. Чтобы мы с вами разобрались, и в принципе, опять-таки, вы могли предоставлять максимально правильную информацию своим гостям, то есть лучше представлять его как комплекс, в котором есть три части. Первая часть – это сам отель, о котором мы с вами поговорим. Вторая часть – это шоппинг-авеню. Шоппинг-авеню, либо торговая улица и, безусловно, огромнейшая территория тематического парка, аналогов которому нету не только в Белеке, но и вообще по всей Турции. Прямо перед вами я сейчас вам показываю карту, как выглядит наш комплекс. Если вы обратите внимание, то есть, я не знаю, наверное, видите, да, мой курсор? Если обратите внимание, вот это вот первая часть комплекса, это сам отель, вот это вот прямо идут, скажем так, территория, где у нас проплывают гондолы, это наш шоппинг-авеню, и за ним открывается вот такая вот неимоверных размеров территория нашего тематического парка, который у нас был недавно, скажем так, открыт. Прямо перед вами я еще открываю одну карту, это как раз-таки будет карта именно самого отеля и опять-таки нашего, именно нашей торговой улицы. В принципе, сейчас я бы хотела с вами, безусловно, поговорить сразу о нашем отеле. То есть, в принципе, отель Land of Legends, как мы его называем, Kingdom, наше королевство, это потрясающий продукт, который выполнен для того, чтобы приспособлен для того, чтобы отдыхать как раз-таки семьями, именно с детками. Все наши комнаты, которые у нас есть, а их у нас в общей сложности 401 комната, выполнены в уникальном стиле. Я вам честно скажу, вот этого сравнения его нигде не прописывается, но это мое видение, это мое сравнение, и очень многим нашим коллегам оно нравится, в стиле Астерикса и Оберикса. Как вы можете видеть на этом слайде, то есть вот эта вот комната в синем тоне, вот и сразу на следующем слайде мы с вами можем видеть комнату, опять-таки, уже в розовом тоне. Уважаемые коллеги, то есть, как вы уже понимаете, у нас есть комната в синем тоне и есть комната в розовом тоне. Синего тона у нас 4 этажа, розового тона у нас 1 этаж. Какой-либо дискриминации, либо какого-то там негативного отношения к розовому тону компания Rixos никаким образом не воспринимает. Просто, как вы видите на этих слайдах, розовый тон он у нас достаточно яркий. Вот, поэтому на его фоне синий тон воспринимается более нейтрально. В
Все комнаты оборудованы вот такими вот потрясающими игровыми приставками, которые идут для наших гостей абсолютно на бесплатной основе. Единственное, есть такой момент, когда гость заезжает в наш отель и хочет воспользоваться данной техникой, он на рецепции оставляет залог. Да, то есть залог, в принципе, смотря от времени года, он может варьироваться от 100 до 200 условных единиц на комнату на весь период проживания. Гости заезжают, они отдают залог, если они хотят пользоваться техникой, получают технику, и когда они будут выезжать, то ровно, скажем так, без каких-либо конвертаций, без каких-то взиманий, то есть, в принципе, средств, мы отдаем им этот залог абсолютно в нетронутом состоянии обратно. Поэтому сразу здесь мой совет, в принципе, просто предупреждать своих гостей о таком нюансе, чтобы у них в наличии, скажем так, была определенная сумма именно наличных денег. Относительно цветовой гаммы комнат. Уважаемые коллеги, как вы понимаете, 4 этажа синих и 1 этаж розовый. В условиях полной заполняемости отеля, а летом мы идем практически всегда на полной заполняемости, чтобы вашим гостям предоставили тот или иной цвет комнаты, пожалуйста, пишите пометки своим туроператорам, то есть представителям тех компаний, через которые вы работаете. И также я оставлю вам свои контактные данные, чтобы вы могли точно так же писать пометки. То есть мы будем ставить вот эти вот информацию, заносить в систему, и по мере возможности, потому что, как вы понимаете, при наличии комнат, то есть, безусловно, предоставлять нашим гостям тот цвет комнат, который их будет интересовать. Ну, скажем так, все интересно, на этом еще в комнатах у нас не заканчивается. Помимо игровых приставок, в комнатах у нас еще есть телевизоры с абсолютно новыми последними технологиями, возможности просмотра одновременно сразу двух каналов на нашем телевизоре. То есть таким образом, чтобы наши малыши, то есть между собой, не спорили и не ругались, кто какой канал будет смотреть, одновременно одевая очки и одевая сразу наушники, два ребенка могут смотреть одновременно на одном и том же телевизоре два абсолютно разных экрана. Сейчас, если еще опять-таки возвращаться к нашим комнатам, то комната, которая у вас на слайде, это у нас Deluxe Connection комната. То есть connection, потому что, как вы видите, есть такая вот межкомнатная дверь, которая соединяет сразу две комнаты. То есть одна комната, в одной комнате будет твин кроватки, и опять-таки у нас будет одна, а в другой, то есть комнате, у нас будет френч кроватка и будет две софы. То есть вот эта вот комната – это вторая категория наших номеров. Почему? Потому что отель детский, следовательно, приезжают большие семьи. И в основном самая частая проблема, которая возникает, то есть когда приезжают подобного рода семьи, то есть можете ли вы предоставить гарантию на коннект номер? Уважаемые коллеги, вот этой вот проблемы в отеле Land of Legends никоим образом не существует. Почему? Потому что, в принципе, это вторая категория номеров, которая у нас отдельно прописана в системе, и вы сразу в системе покупаете как раз-таки ту категорию номеров, которая интересует именно ваших туристов. Вот, мы с вами двигаемся дальше, и, безусловно говоря, о нашем отеле, сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели как раз-таки видео, чтобы немножечко вот эта вот вся красота ожила перед вашими глазками. Полностью весь отель выполнен в детской концепции. Весь первый этаж – это огромнейший развлекательный детский клуб, куда в этом году мы поставили неимоверно большое количество игровых автоматов. То есть своего рода детский игровой Лас-Вегас. Все эти, безусловно, игровые автоматы для наших гостей, которые проживают в Land of Legends, идут на абсолютно бесплатной основе. Но гости, которые проживают в другом отеле, никоим образом ими не смогут воспользоваться. Даже на платной основе. Возвращаясь к нашей презентации, опять-таки возвращаясь к нашему отелю, как вы знаете, когда открывался отель Land of Legends, у нас существовало только две концепции. Это была концепция, которая то есть основывалась только на завтраках, то есть BB, и концепция HB, то есть полупансион, завтраки и ужины. На данный момент, уважаемые коллеги, я хотела бы к вам обратиться с тем моментом, что в отеле Land of Legends появилась абсолютно новая, радикальная концепция. Эта концепция называется All-In. All-in, уважаемые коллеги, это аналог «все включено» в рамках отеля Land of Legends. Почему я говорю «аналог все включено»? Потому что если нашим гостям представлять эту концепцию как «все включено», следовательно, на всей огромнейшей территории нашего комплекса, куда бы наши гости ни пошли, у них будет все работать по системе «ультра все включено».
Но, как вы уже понимаете, объем нашего комплекса, он неимоверно большой. И, в принципе, проходимость данного комплекса точно так же, она очень-очень велика. Поэтому что делает компания Rixos? Компания Rixos на всей территории нашего комплекса для наших гостей отводит точки питания, которые для них будут работать по системе «Ультра все включено». То есть, к примеру, если брать основное здание, это будет основной ресторан, который пойдет работать по системе «Ультра все включено» на завтраках и на ужинах. Полностью весь спектр алкогольных и безалкогольных напитков, он уже опять-таки идет включенным в стоимость проживания. И, безусловно, скажем так, алкоголь местного производства в ресторане предоставляется на абсолютно бесплатной основе. Мы с вами выходим из основного ресторана на территории отеля. То есть на территории отеля есть бары, и опять-таки на торговой улице точно так же есть бары, которые будут работать для наших гостей 24 часа в сутки на абсолютно бесплатной основе. Но, безусловно, есть такой момент. Как вы понимаете, у нас на территории комплекса есть огромнейший тематический парк. Большую часть времени наши гости как раз-таки проводят именно в тематическом парке. Именно по этой причине у нас обед происходит в тематическом парке. И опять-таки для них мы выделяем целый перечень баров и ресторанов, которые для них будут работать по системе «Ультра все включено». Когда наши гости приезжают в отель, то есть, во-первых, сразу на рецепции, то есть наша команда видит, по какой системе будет проживать гость. На основе этой системы гости будут предоставляться браслет определенного тона. И тут же гости будут предоставляться распечаточка, да, то есть как бы распечаточка, которая будет показывать полностью все точки питания, которые для гостя пойдут по системе «Ультра все включено». На данный момент, так как в принципе у нас сейчас очень много Европы, у нас сейчас очень много постсоветского пространства, гостей из постсоветского пространства, то персонал отеля, то есть говорит помимо того, что на английском языке, но еще и на русском языке. Поэтому, уважаемые коллеги, не волнуйтесь, пожалуйста, не переживайте. То есть у гостей будет вся информация подробная. То есть гостям подскажут, гостям расскажут. И в принципе, каких-либо моментов, то есть как бы непонятия, где и что они смогут, скажем так, кушать, такого никоим образом не будет возникать. Более того, напоминаю, что данная концепция, она появилась уже в прошлом году, поэтому в прошлом году она была отработана, и в этом году мы опять-таки продолжаем вести вот эту вот концепцию. Еще есть такой один момент, про который очень часто меня спрашивают все наши коллеги. Как вы знаете, отель Land of Legends не находится на первой береговой линии. То есть, но наш гостям, который приезжает к нам, например, на долгое время проживания, а уже есть достаточно много таких гостей, которые приезжают к нам и на неделю, и на 10 дней, и на 12, и на 14 дней, безусловно, приезжая в наш комплекс, хочется, скажем так, попасть на море. Что же делает отель Land of Legends? Отель Land of Legends предоставляет нашим гостям право посещения территории Rixos Premium Береги. То есть там у нас самая большая береговая линия, это 1 километр. То есть береги больше береговой линии просто не существует. То есть мы предоставляем полностью право пользоваться опять-таки морем, опять-таки всеми бассейнами и всей инфраструктурой на территории отеля Rixos Premium Берег. Чтобы вы меня, то есть, точно понимали, то, что для гостей Rixos Premium Берег идет на бесплатной основе, для Land of Legends пойдет точно так же на бесплатной основе. Все, что для гостей Premium Берег пойдет на платной основе, для наших гостей точно так же пойдет на платной основе и, безусловно, уже будет оплачиваться в самом отеле Rixos Premium Берег. Право пребывания в Rixos Premium Берег у наших гостей в летний сезон с 10 часов утра до 18 часов вечера. Безусловно, с нашей стороны поставляется трансфер, который, то есть, отвозит гостей туда уже, скажем так, утром и опять-таки забирает уже их ближе к вечеру, именно ближе к 18 часам. Право посещения территории Rixos Premium Берег никоим образом не ограничено. Если наши гости захотят, они могут его посещать каждый день. Каких-либо проблем, нюансов с этим у нас никоим образом не будет возникать. Таким образом, как вы понимаете, сейчас на фоне появления новой концепции у наших гостей уже сразу появляются в руках две инфраструктуры двух отелей. С одной стороны, это, безусловно, Land of Legends по системе All-In с аналогом все включено, и с другой стороны, это, безусловно, отель Rixos Premium Village. Таким образом, наши гости могут сами, скажем так, варьировать свое время и сами решать, каким образом они сегодня проведут свой отдых в Турции, скажем так, в каком отеле? Либо в Rixos Premium Береги, либо опять-таки в нашем отеле Land of Legends. Вы знаете, благодаря этой возможности, благодаря новой концепции, благодаря комбинации именно с Rixos Premium Береги, на данный момент, то есть комплекс действительно завоевывает сердца все больше и больше наших гостей. И те гости, которые в прошлом году, может быть, где-то боялись приезжать к нам на Long Stay, и опять-таки, знаете,
брали комбинированные туры, которые мы выпустили в прошлом году, помните? То есть три ночи в Риксос, Land of Legends, и потом неограниченное количество ночей в любом из наших отелей Риксос. То есть те гости, которые в прошлом году у нас приезжали, опять-таки, вот по таким вот комбинированным турам, в этом году уже опять-таки приезжают именно к нам в отель Land of Legends и опять-таки на длительное время пребывания. В этом году, уважаемые коллеги, мы точно так же продолжаем вот именно вот эту вот политику с комбинированными турами. Комбинированные туры размещены, то есть на всех абсолютно туроператорах, на всех представителей, скажем так, компаний, с которыми мы работаем. Поэтому вот эту вот информацию вы можете сразу получить. И, в принципе, моя рекомендация – предлагайте, не бойтесь, потому что комплекс безумно интересный, он сказочный, то есть это своего рода ожившая сказка «Алиса в стране чудес». То есть очень интересно, то есть здесь неимоверное количество развлечений, то есть поэтому гостям, которые сюда приезжают, меня очень часто спрашивают, ой, не бывает ли здесь скучно? Таким образом не бывает, уважаемые коллеги, потому что здесь необходимо минимум 3 дня, чтобы вообще понять, скажем так, размах всего комплекса и вообще все возможности, которые есть у наших гостей, опять-таки, в руках. В принципе, на этом, я думаю, с отелем мы с вами, скажем так, разобрались, поэтому я буду потихонечку двигаться уже на другую нашу территорию, опять-таки, на нашу шоппинг-авеню, на нашу торговую улицу. Уважаемые коллеги, то есть когда мы выходим с вами из отеля, то мы попадаем на потрясающую территорию, по которой, скажем так, идет канал, то есть 1 километр длиной канал, и опять-таки по этому каналу плав безумно красивые гондолы. По обеим сторонам этого, скажем так, вот этого канала у нас находится целый ряд именно магазинов международных брендов, а именно 92 международных бренда, то есть как турецкие бренды, так и международные. Только задавая на меня вопрос «Ценовая политика». Ценовая политика, уважаемые коллеги, никоим образом не отличается от ценовой политики, которую наши гости могут найти в торговых центрах Анталии. Точно таким же образом, как марки, определенные марки, заходя в какой-то торговый центр, снимают там площади, точно таким же образом они снимают эти площади в отеле Land of Legends. Поэтому ценовая политика никоим образом не отличается, а вот как раз-таки по выбору, так как площади у нас здесь гораздо больше, то есть выбора здесь у нас получается больше. Еще более того, то есть как бы уникальной особенностью нашей торговой улицы является то, что, как вы знаете, полностью вся анимация, все развлекательные программы, которые существуют в нашем отеле, они были созданы уникальным, всемирно известным человеком Франко Драгоне. Я думаю, многие из вас уже слышали это имя, многие из вас знают, вот, и опять-таки бывали на шоу этого человека. Франко Драгоне – это создатель цирка Дюсселей. Вся наша программа, вся анимационная развлекательная программа создана как раз-таки им. И именно на торговой улице у нас каждый день, за исключением понедельника, проходит шоу этого уникального человека. То есть на данный момент шоу длится у нас 45 минут, то есть от 45 минут до часа. Это безумно красивое, то есть мероприятие. Честно скажу, это фееричное мероприятие. Это то мероприятие, которое не оставляет ни одного человека абсолютно равнодушным. Вот маленький, скажем так, ребенок, либо уже далеко не маленький ребенок. Как раз таки на вот эту вот шоппинг-авеню, на торговую нашу улицу, можно будет приехать любому гостю, неважно, в каком отеле он проживает, будь то сеть компании Риксос, либо не сеть компании Риксос, абсолютно на бесплатной основе. Можно будет заняться шоппингом, можно будет посидеть в ресторанах, опять-таки, скажем так, покушать в ресторанах, ну понятно, что за это наши гости прямо заплатят денежку уже на месте, вот. И можно будет посетить как раз таки наше шоу, уникальное шоу Франко Драгоне на бесплатной основе. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, мой совет, если вы будете у нас, то есть опять-таки в нашем регионе, то есть обязательно, то есть приезжайте, вы должны будете это увидеть. Если ваши гости будут здесь, пожалуйста, советуйте, рассказывайте, пусть они приезжают, пусть они смотрят, пусть они получают действительно вот этот вот заряд положительной энергии и, скажем так, вот эту вот неимоверную гамму эмоций. Поэтому, уважаемые коллеги, то есть шоппинг-авеню, еще раз повторяю, то есть заход туда на абсолютно бесплатной основе. Единственное, есть такой момент. Как вы понимаете, в этом году у нас есть по нашим Риксосам есть 2 точечки, да, в которых у нас будут проходить, в принципе, все наши концерты. Первая точка – это будет как раз-таки наш отель Риксос Сангейт, а вторая точечка – это будет отель Land of Legends. В Риксос Сангейт в этом году у нас могут поехать гости, которые будут проживать в Даунтауне и опять-таки в Риксос Бейби. Вот эти гости будут возить на бесплатной основе в Сангейт на концерт, уважаемые коллеги. Но гости, которые, скажем так, проживают во всех остальных отелях, скажем так, именно включая и Бельдиби, и Даунтаун, и Сангейт, опять-таки все эти гости смогут на бесплатной основе приезжать к нам именно на нашу концертную программу. Концертная программа будет,
проходить на отдельно отведенной закрытой территории, которая будет располагаться как раз-таки на шоппинг-авеню. То есть наши гости смогут попадать на эту шоппинг-авеню, именно, скажем так, на концертную площадку на бесплатной основе. Но гости, которые не проживают в нашей сети отелей и не имеют к компании Rixos какого-либо отношения, то есть как бы именно за счет того, что где они проживают, в какой сети отелей, то есть, безусловно, точно так же смогут посещать наши концерты, но смогут посещать их исключительно на платной основе. На данный момент, то есть ценовая политика пока еще не утверждена, но мы будем думать, как бы мы думаем о том, что, в принципе, по предварительной информации, что эта ценовая политика не будет сильно отличаться от ценовой политики прошлого года. Вот. Поэтому, в принципе, скажем так, ценовая политика прошлого года где-то варьировалась от 10 до 25 условных единиц на человека. В этом году, то есть, ориентировочно ценовая политика будет, скажем так, ну, в таких же рамках, как бы, мы предполагаем, что она будет в таких же рамках. Поэтому, думаю, как бы шоппинг-авеню мы с вами разобрались, да, с торговой улицей мы разобрались. Еще раз повторяю, то есть все гости могут посетить на бесплатной основе, шоу Франко Драгони на бесплатной основе. Если есть какой-то концерт, гости не проживают в Риксосе, пойдет на платной основе. Если гость проживает в Риксосе, то есть их отель привезет и потом, скажем так, даст право бесплатного посещения этого концерта на нашей площадке, и потом точно так же их обратно отвезут на бесплатном трассе уже в тот отель, как тот Риксос, с которым они проживают. Думаю, на этом мы с вами разобрались, и поэтому будем потихонечку двигаться дальше. Ведь Land of Legends это комплекс большой, информации у нас с вами очень и очень много. Сейчас я бы хотела вам показать еще одно видео, чтобы вы точно так же посмотрели, опять-таки, немножечко на шоппинг-авеню и, безусловно, на тематический парк, о котором мы сейчас с вами и поговорим. Так, сразу считаю вопросы, когда проходит шоу, не услышали. Уважаемые коллеги, в принципе, время шоу, для проведения шоу, оно, безусловно, варьируется. То есть на данный момент, именно вот в этот период времени, шоу у нас проходит 8:30 часов, 8:30 вечера. Вот. Но понятно, что в ближайший сезон это время будет меняться. То есть это может быть либо 9 часов вечера, либо, опять-таки, 10 часов вечера. То есть когда у нас будут проходить именно вот это вот шоу. Поэтому, в принципе, то есть исходя из этого, можно будет, скажем так, сразу ориентировать как раз-таки ваших и коллег, и опять-таки ваших клиентов. Угу. Добрый день, намного лучше. Хорошо. Вот. И сейчас мы тогда с вами разберемся с последней частью нашего комплекса, то есть о которой я и говорила, это, безусловно, наш тематический парк.
Уважаемые коллеги, тематический парк, как я уже сказала, давайте опять-таки поднимемся на карту, чтобы вы у нас немножечко имели, то есть немножечко ориентировались, да, то есть наш тематический парк – это огромнейшая территория. Тематический парк делится на несколько частей. Первая часть, которая была у нас изначально открыта, изначально построена, это, безусловно, водная часть парка. Там 40 водных горок, а именно 52 дорожки. Более того, есть еще, скажем так, зонирование по возрастам. То есть, скажем так, есть зоны для того, чтобы наши родители могли, имели возможность проводить время со своими детками. Где небольшие совсем бассейнички, то есть такие вот лягушатнички, да, то есть, в принципе, небольшие горочки. И поэтому, в принципе, как бы на этой территории, то есть детки могут и покататься, детки могут поплавать в бассейне маленький. А нас для наших, то есть мам и пап, то есть сразу оборудованная территория с шезлонгами, где они могут проводить свое время именно с нашими малышами. Вот. В принципе, есть зона, опять-таки, то есть наш дельфинарий, то есть у нас в отеле есть дельфины, есть пингвины, то есть есть, опять-таки, белуги, вот, есть шоу дельфинов. На данный момент шоу дельфинов у нас проходит один раз в день, это 14:30, вот в течение сезона, то есть шоу дельфинов будет проходить, опять-таки, два раза в день, то есть это будет 11:30 и это будет 14:30. Шоу дельфинов, оно уже включено в стоимость, опять-таки, входного билета в наш тематический парк. Но если наши гости захотят поплавать с дельфинами, либо, например, пофотографироваться с дельфинами, безусловно, эта услуга можно будет воспользоваться, но она уже пойдет на платной основе. То есть ценовая политика, опять-таки, все правила, поэтому всему, то есть наших гостей прямо сориентируют уже в самом комплексе. Но, в принципе, помимо у нас того, что у нас есть водные горки, у нас еще целая зона абсолютных, скажем так, аттракционов без воды, а именно 24 аттракциона без воды. И как раз-таки эта зона, она у нас работала на протяжении всего зимнего периода. То есть гости, которые у нас отдыхали, опять-таки, вот этой вот зимой, ну и, скажем так, будут отдыхать следующей зимой, то есть могут воспользоваться, опять-таки, вот всеми нашими аттракционами, но уже без воды. На данный момент работает как водная часть парка, точно так же работает и зона у нас парка как раз-таки без воды. И более того, еще есть такой очень важный момент, и я попрошу, то есть вас обратить на него внимание. У нас еще есть третья зона, скажем так, это миниатюра всего тематического парка. То есть называется эта зона Secret Lagoon, то есть секретная лагуна. Это как раз-таки зона идет на подогреве. То есть там идет подогреваемый бассейн, и там идет 12 подогреваемых горок. Точно так же есть небольшая зона именно для детей. Вот эта вот зона с подогревом у нас открылась в начале, в середине марта, я прошу прощения, в середине марта, 19 марта мы ее открыли. И на подогреве она будет работать у нас до начала мая месяца. То есть, в принципе, исходя из практики прошлого года, в прошлом году мы открывали в этот же период времени, и в этом же году мы точно так же открыли приблизительно в одинаковый период времени. То есть, в принципе, вот это вот открытие, оно как раз-таки приурочено к детским каникулам, то есть у нас в школах, поэтому в следующий раз уже, скажем так, может быть, в следующем году, когда к вам будут приходить ваши клиенты и спрашивать, куда же нам можно с ребенком поехать на детские каникулы, уважаемые коллеги, наверное, самым веселым, самым интересным, самым оригинальным вариантом, незабываемым вариантом, безусловно, для детей, потому что это их реалия, это их сказка, будет отель «Ланч Лэджерс». Поэтому, в принципе, вот из этих вот частей состоит наш тематический парк. Безусловно, для гостей, которые проживают, опять-таки, в отеле «Ланч Лэджерс», то есть заход в тематический парк идет на абсолютно бесплатной основе. То есть на данный момент наш тематический парк, то есть именно в апреле месяце, он работает с 10 часов утра до 5 часов вечера. Но летом наш тематический парк будет работать с 10 часов утра до 10 часов вечера. С 10 часов утра до 6 часов вечера будет работать, опять-таки, зона именно с водными горками, а с 12 часов дня до 10 часов вечера будет работать зона без воды. То есть, таким образом, гости, которые к нам приезжают, либо которые у нас проживают, можно сказать, на протяжении всего дня могут проводить свое время как раз-таки в тематическом парке. Для гостей, которые проживают в отеле «Ланч Лэджерс», так как вы понимаете, в тематическом парке очень большая проходимость, отведены определенные зоны, которые предназначены только для отдыха наших гостей. Для наших гостей, которые проживают в отеле «Ланч Лэджерс», существуют такие, вот, скажем так, привилегии именно по фаст-треку. Фаст-трек, ну, я думаю, вы слышали это понятие в аэропортах, да, то есть полный анализ с аэропортом, то есть это быстрый проход вне очереди. Точно такой же фаст-трек мы сделали, опять-таки, в отеле «Ланч Лэджерс» на наши аттракционы. То есть у наших гостей, которые проживают в категориях номеров «Deluxe Room» и «Deluxe Connection», то есть вот эти вот две категории, у этих гостей есть право на 50% скидку как раз-таки на услугу фаст-трек.
У гостей, которые проживают у нас в сьютах, вот эта вот уже услуга, она включена в стоимость проживания наших гостей в нашем отеле. Поэтому, в принципе, на тот вопрос, если вас будут спрашивать как раз-таки именно по фаст-трекам, есть. Да, на данный момент уже есть, работает и, в принципе, очень и очень популярная услуга. Для всех отелей сети корпорации Rixos, то есть право посещения, то есть тематического парка, оно дано, оно уже включено точно так же в стоимость проживания. Вот, и они все посещают наш тематический парк на абсолютно бесплатной основе. Более того, тем отелям, в котором проживают ваши гости, в том Rixos, в котором они проживают, от этого, со стороны этого отеля, трансфер будет предоставляться именно в сторону Land of Legends, как в сторону Land of Legends, так и обратно. То есть, безусловно, точное расписание необходимо уже узнавать именно в том отеле, в котором будут проживать ваши гости, но, то есть, общая информация, то есть, все отели Rixos посещают тематический парк на бесплатной основе с предоставлением бесплатного трансфера. Расписание трансфера варьируется от отеля к отелю. То есть, к примеру, если премиум билет поедет к нам каждый день практически, скажем так, с разбежкой там буквально где-то в час времени, то отели региона Кемера, под этим регионом я понимаю, к примеру, Сангейт, либо Токирову, то есть они уже поедут к нам на бесплатном трансфере 3 раза в неделю. Если гости захотят посещать тематический парк чаще 3 раз в неделю, безусловно, это будет возможно. То есть, ну, опять-таки, трансфер они уже будут себе оплачивать абсолютно. Ну, напоминаю, вот именно расписание трансфера лучше уточнять в том отеле, в котором будут проживать ваши гости. Относительно тех гостей, которые не имеют к Rixos'у какого-либо отношения, то есть не проживают в нашей сети отелей, опять-таки, они могут посетить наш тематический парк, но исключительно на платной основе. То есть они уже будут оплачивать, понятно, трансфер, они уже будут оплачивать вход в наш тематический парк, они уже будут оплачивать еду и напитки. То есть ценовая политика, то есть у нас есть опять-таки ценовая политика на самих воротах, то есть при входе сразу можно будет купить билеты прямо на месте в наш тематический парк. И более того, сейчас всеми представителями туроператоров, то есть гидами, да, то есть людьми, которые прямо находятся на месте и представляют ту компанию, через которую вы отправляете ваших гостей, то есть продаются, скажем так, пакетные туры, в которые вкладываются и трансфер, и право посещения то есть тематического комплекса Land of Legends. Там же ценовая политика, она будет уже другая. Поэтому, в принципе, можно узнавать, опять-таки, ценовую политику на вход прямо у нас, то есть, скажем так, я предоставлю вам свои контакты, и можно будет узнавать у представителей своего туроператора, через которого вы отправляете свои гости. Поэтому, подытоживая информацию по нашему тематическому парку, для наших гостей, которые проживают в Land of Legends, то есть вход идет на бесплатной основе, для них есть отведенные зоны, у них есть привилегии с фаст-треком, то есть у комнат Deluxe Room, Deluxe Connection, 50% скидка. Также у гостей, которые проживают по системе All-In, у них есть точки питания, которые для них идут по системе Ultra, все включено. Сеть отелей Rixos, то есть приезжают на бесплатной основе, пользуются на бесплатной основе нашим тематическим парком, но еда и напитки, они оплачиваются на месте. На счета комнат мы эти суммы заносить не можем. Все отели, за исключением Регнума, потому что с Регнумом у нас соглашение, то есть они уже приезжают исключительно на платной основе. Они оплачивают трансфер, вход именно наш парк и, безусловно, всю еду и напитки на территории нашего комплекса прямо оплачивается вот это вот все на месте. Да. В принципе, я думаю, я поделилась основными, скажем так, нюансами нашей концепции. Сейчас я еще хотела обратить ваше внимание на несколько слайдов, на котором представлена наша концертная программа. Но, уважаемые коллеги, то есть буквально совсем недавно у нас произошли изменения, то есть обновленная программа майских праздников и концертов на весь год, то есть будет готова сегодня, и поэтому мы, скажем так, ей поделимся как раз-таки вот сегодня-завтра, то есть она уже будет повешена на всех туроператоров, и опять-таки, то есть если у вас будут запросы, то есть я поделюсь своей контактной информацией, и вы сможете опять-таки либо писать мне на mail, либо, скажем так, на WhatsApp. А сейчас, с вашего позволения, я немножечко почитаю вопросы. Звук так. В секретной лагуне работают водные аттракционы. Да, в секретной лагуне работают водные аттракционы. Там имеется 12 горок. То есть 12 подогреваемых горок. В каком номере фаст-трек бесплатный? Во всех категориях наших сьютов фаст-трек идет на бесплатной основе, он уже включен в стоимость проживания. У остальных категорий номеров, то есть идет 50% скидка. То есть если наши гости захотят приобрести, воспользоваться данной услугой, они могут это сделать, но с 50% скидкой. Все остальные гости, которые не имеют к нам какого-либо отношения, либо точно так же, например, сеть отеля Rixos, если они захотят воспользоваться этим моментом, то есть это уже пойдет исключительно на платной основе. Единственное, есть такие моменты по гостям ВИЛ, да, то есть клуб привода Rixos с билета, либо наши гости,
То есть там уже немножечко другие нюансы по концепции, ну, вот, которые, в принципе, прописаны везде в каждой концепции. Так. Фаст-трек. В принципе, стоимость фаст-трека меняется, опять-таки, в зависимости от времени года, от сезона. То есть она может варьироваться от 30 до 100 условных единиц на человека на целый день. Опять-таки, на все аттракционы, которые входят в перечень, вот, скажем так, которые мы предоставляем под фаст-трек. Давайте так сделаем. Я сейчас оставляю вам номер своего сотового, по которому вы можете со мной связаться. И сразу напишу вам свой электронный адрес. То есть, если у вас будут какие-то моменты, либо какие-то вопросы, пожалуйста, точно так же обращайтесь, не стесняйтесь. Скажите, пожалуйста, есть ли на данный момент еще какие-либо вопросы? Если есть, то пишите, пожалуйста, буду сразу с радостью отвечать. То есть, если даже, скажем так, вопросы какие-то появятся, пожалуйста, не беспокойтесь. Смотрите, я поделилась с вами номером своего сотового. На этом номере работает WhatsApp, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, сразу пишите, задавайте вопросы. Буду рада отвечать, буду рада помогать. То есть, и если есть какие-то нюансы, то есть, которые, может быть, были непонятны, которые мы не услышали, пожалуйста, то есть, сразу задавайте, буду рада отвечать. Огромное вам всем спасибо за время, которое вы провели сегодня с нами. Я безумно вам благодарна. Желаю вам всего самого хорошего. Берегите себя, своих близких. Хорошего нам всем с вами туристического сезона 2019 года. Всего доброго. До свидания.